пробую повторить или установить. Я его выключу. Так как то, что тут... Тут вообще дело такое. То есть импульс амплитуда вверху, так его импульс амплитуда было над вверху, потому больше, чем в два раза снизилось. Я так скажу, пока транзистор оставляет, может остановить все параметры вернуться. И, в общем, убрал гараж, стоит на 1330 микрофона, 250 ватт. И с ним я чувствую, что благодаря ему я спалил этот транзистор. Потому что когда выключается, например, выключается, частота ума идет вниз очень сильно, длительность, видимо, вырастает очень сильно и увеличивается скачок вырастания, так очень сильно идет, то есть можно так спалить транзистор, очень большой, так начинает пролезть транзистор, поэтому, чтобы не было такого сильного конденсатора, может очень отдать очень большой ток на короткое время. Чтобы не было такого большого тока, лучше вот этот конденсатор не ставит. Тут стоит один микрофарад конденсатора, и его хватает полностью. Если посмотреть, какие пики будут, так они будут чистые полосы будут. Пики будут, значит, что там. Вот так как у него ниже частота была, у меня тут 15 кГц, у него там 5 кГц. Поэтому ему там может немножко побольше яркость можно поставить. Вот и нужно включать последовательно. Тут он был прав. Сперва включается питание. И он выключается. Вместе с ГСМ. Включается питание, потом заряжается конденсатор. Тут загорается светодиод. Тогда включается. Если сразу он включен, тогда он тоже начинает подниматься напряжение и начинает больше. Нет, ну в общем, лучше так делать, как он делал. А выключать тоже обязательно надо выключить. Сперва выключить гум, тогда разрядятся конденсаторы, и потом выключить его питание. Вот это его питание выключают. У меня тут теперь параллельно подключили.
свет святой воссияет, который осведенного моста идет, который подлетает. И в небесах души цветают, свет не земной. И в этом уроке я заметил на фотографии, что 2 и 2 где-то килограмм стоит. Или даже 1 килограмм, поэтому я тоже поставил 1 килограмм. И следовательно, на снимке. То есть, когда включаем ум, становится 70%. Я теперь попробую подключить 300%. И будет петь тебе Господь Господь. Вот тут потребление где-то 0,6 ампер. Много говорит, это холостой ток, не знаю. Или это мой отец мой. И напряжение. Я смотрю напряжение, что где-то потом никаких вопросов. Постоянного напряжения 400 вольт будет где-то. Вот это подключается одно подключение. Получается одна клетка 10 вольт.
настроены на один Бог. Один, два, три, четыре, пять. На самом деле, ты не знаешь, в самом деле удивительно. Если бы не совсем правильно показывал, то ты можешь. И выше. И длительность его настроена на 0,5 микросекунд. Значит, где-то по основанию, где-то 80, 98, вот, начинает падать амплитуда. Начинает перегреваться. Вот, когда я вижу, вот уже скачок начинает делать транзистор перегреваться. Поэтому я напарился и поставил обычные диоды. Не совсем обычные, они ультрабыстрые. 50 наносекунд или 75 наносекунд и 1000 вольт. И 3 ампера. УФ-5408. Что к нам весна любви.
Конденсатор и диодный мост, съем и лампа 53 ватт. Тут намотана лаковая обмотка, потом резонансная, вот таким по вот один конец, вторая обмотка, которая хотел бы, чтобы была резонансная. Потом коаксиальный кабель, вот он где-то до сюда намотан. Потом тут три слоя еще обмотки, и потом один слой поверху коаксиального кабеля. Ну, тут всего три слоя, тут всего один слой. Потом соединил последовательно ту обмотку, которая под коаксиалом, с той обмоткой, которая наверху намотана. Тогда вот при включении индуктор не подключен. Вот при включении индуктор лампа так еле горит. Но можно как бы подкрутить частоту. Вот как потребление будет расти. Опять ампер вырастает. Лампа ярче горит, но такое большое потребление нигде не годится. Можно немного
Не буду, хотел уйти от резонанса и поднять напряжение и питание. Тут от 10 вольт до 14 вольт нужно регулировать. Но пусть пока будет какой-то. Действует тут ERF. Длительность импульса на коллекторе 200 наносекунд. Вот, включаю, ямку забирает, включаю генератор, ямка из этого. Одна клетка 200 наносекунд, и вот, где-то одну клетку занимает. Вот, воздух, внимание, непонятно, по какой причине. Вот я повторю, что делаю. Итак, я выпускаю. Тут нужно, чтобы запретить обратный ADS импульс. А этот стал бы вообще-то не нужен. Он может тоже закачивать обратный ADS импульс, который появляется. Вторичную нотку колечка, но возможно и не нужно. Так, на всякий случай поставим данную нотку, там поставим, что-то и влияет на нотку. Включаю, теперь включаю игру. Который затвор идет.
Видимо, напряжение Боже святой, не сходит на
ночник транзистор. Вот хорошо сердцу верою жизнь вечной, как хорошо сердцу мире любви нежной. Слава, слава, слава тебе за все, что даешь, святый Боже, слава, слава. Амплитуде даже выше. Благослови, Господи, благослови, Господи, 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 благослови. Совсем немного, но транзистор уже был. Благослови, Господи, благослови, Господи, Господи. Очень большая, либо там частота должна быть маленькая, либо амплитуда очень маленькая, иначе не видно. Вторичка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на вторичке 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот такая может в самый раз будет, так как нет. У меня напряжение 60 вольт, и нужно ввиду больше витков на вторичной мутке мотать. Вторичка 5 вольт, вторичка 12, ну, 3.
13 витков, первичка 5 витков. Как бы можно считать, что дом где-то 80 ранг. Я могу еще добавить витки ко вторичке. Кстати, этот ферит тоже горячий уже. Очень сильно греет. Теперь может не будет греться. А теперь меньше греется. Хотя не горячее, уже становится. Все равно должно меньше греться. Примерно скажу, какая частота. Это... 3 кГц. Такое деление 100. Ничего не буду рассказывать. Пригреется тут горячка. Нет, она не горячая. Если она... не включены, как бы я чистоту понизила, не пропала. Там буду включить чистоту, добавим силы. Твоей